Здорово, атлеты! Приветствую вас всех на своем канале. С вами Игорь Беляков. И сейчас мне предстоит челлендж 150 повторений. Первым упражнением в нем будет упражнение «Выход в упор на перекладине». Необходимо мне его выполнить 10 раз. Затем 20 подтягиваний прямым хватом, 30 отжиманий на брусьях. Не забуду я здесь и про ноги. 40 обычных приседаний после брусьев. И завершаю данную рутину 50 классическими отжиманиями от пола. И в итоге в сумме вот этих вот 5 упражнений получится у меня 150 повторений. Давайте попробуем. Thank you.
Итак, челлендж я выполнил. Где-то примерно, ну, время взял я, где-то примерно было 7:55. В общем, 10 выходов на 2. Упор на перекладине, да? 20 подтягиваний, 30 отжиманий на брусьях, 40 обычных приседаний и 50 классических отжиманий. Хороший челлендж. Улучшит прохождение этого челленджа вашу силовую выносливость. Поможет более быстрому прогрессу на тренировке. Ну и повысит вашу самооценку и уверенность в своих силах при занятиях воркаутом. Все челленджи обычно это делают. Ну, подобного рода. Пробуйте челленджи. Типа таких челленджей, да? Лучше делать его, конечно, с другом. Не в одиночку, как я. Один, например, подтягивается, другой отдыхает. Потом подтягивается. Тот отдыхает, значит, следующий отдыхает. Вот, вот так вот, в общем. Ну и все на этом, наверное. Подписывайтесь на канал. Крепкого всем здоровья. Все, всем пока.